сейчас я буду заниматься. Возможно, я засниму этот момент, возможно, нет. Вот, сегодня у нас прям очень хорошая погода. Здесь я вам показывала, как я расстилаю свой коврик для того, чтобы пойти тренироваться. Следующий кадр – это я показываю перерыв во время тренировки, и после я показываю трех своих прекрасных крыс. Да, у меня три крысы. Вот, три девочки. На завтрак у меня была ледяная каша с грушей и чай. Начала писать английский язык, переписывать все из старой тетрадки, ну как старые школьные тетрадки за 10 класс, а также добавлять информацию, которую мы не писали. И я написала две темы. Это прошедшее время и единственное число. Сегодня мне надо написать Past Continuous, поэтому сейчас буду писать его, поэтому надо открыть ноутбук. Здесь я решила вам показать, как я занимаюсь, да, как-то вот так вот получилось. Прошла два теста по английскому языку. Результат мне, конечно, не нравится. Результат в обоих тестах 14 из 25. Завтра я порешаю еще пару таких тестов, наверное. Посмотрим, какой результат будет завтра, но результат, который у меня получился сегодня, мне не нравится. Крысы, кто гуляет? Кто гуляет? Крыса, раз. Крыса, два. Крыса, три. Где? Где крыса? Я забыла свой второй телефон дома, но сейчас я иду забирать подругу с колледжа. Не знаю, как я перекину фрагменты, как я иду за ней на тот телефон, потому что монтирую я все на том телефоне, снимаю я на тот телефон. Я не знаю, что буду делать. Что-нибудь придумаем. Я пошла. Возможно, я сегодня пойду второй раз гулять с другой подругой. Но это будет вечером. Одна дома и решила немножечко поговорить с вами. На голове у меня непонятно что. Я собрала волосы сзади в пучок, потому что когда я пришла домой с улицы, мне было настолько жарко, что я просто готова была, не знаю, остаться в подъезде, потому что в подъезде зимой у нас тепло, а летом у нас там очень холодно. Сейчас я смотрю в окно, сижу напротив балкона и понимаю, что, возможно, я не выйду сегодня больше погулять, потому что набежали нормальные серые тучи. Нормальные серые тучи. Это шикарно просто. Также, наверное, чуть позже я позанимаюсь биологией. Вообще у меня из планов на сегодня у меня осталось только занятие биологией. Прочитать 50 страниц, мне еще осталось целых 49 страниц. Из 50. Вот так вот, да. Нет, не 49. Математика. Высший уровень. 30 с чем-то страниц. Или... Ну да, 30 с чем-то страниц мне осталось прочитать. Я сейчас читаю книгу «Творец заклинаний». Я же правильно название
Если что, вот тут вот напишу правильно автора. Вообще эти книги состоят из 6 частей. У меня 5 частей. До 6 части ее заказать у меня руки не доходят. Либо у нас нет возможности, либо мне говорят, либо ты выбираешь вот это, либо вот это. И я как бы выбираю что-то более, в кавычках, важное для меня. Когда мне поставили недавно перед выбором покупать 6-ю часть книги, либо же 2 тома манги, я выбрала 2 тома манги. И она у меня просто стоит на полочке. Надо будет почитать, но сначала надо будет дочитать книгу, хотя бы первую часть. Потом дочитать все части, которые у меня есть, и уже, когда я дочитаю хотя бы 4 части, можно будет с уверенностью заказывать 6-ю. Так что, вот так. Также хотела поговорить с вами насчет моих тренировок. Я, скорее всего, не буду снимать, как я тренируюсь, потому что я комплексую. Как у всех людей, у меня есть комплексы. Вот. Но, скажу вам так, я делаю разные тренировки каждый день разные комплексы тренировок. Чтобы как-то это все разнообразить, либо чередую несколько видео с тренировками от разных блогеров, которые снимают на данную тему. Результаты есть именно в изменении тела. Вес у меня снижается очень медленно. Именно вот в этот раз. Я худею уже не в первый раз. Вот. И в этот раз у меня вес снижается очень медленно. До этого я не сижу ни на каких диетах. Я просто стараюсь кушать либо интуитивно, либо убирать какие-то вредную пищу, такую как фастфуд, всякие, тортики. Это не вредная пища, это просто сладкое. Хотя мне самой нельзя сладкое из-за моего диагноза, сахарный диабет. Но я все равно иногда себе разрешаю сладенькое. А также в последнее время вместо сладкого я подсела на курагу. Люди, которые не пробовали курагу, я вас умоляю, попробуйте, это безумно вкусно. Также я хочу попробовать инжир. Не знаю, будет ли он вкусный, но я обожаю инжир в свежем виде. Но вот сейчас, на данный момент, я подсела на курагу, она у меня опять заканчивается. Я могу съесть довольно-таки много кураги за день. У нас творится что-то вот такое вот. Вот такое вот, солнца нету, просто тучи. Классно. Что касается биологии, у меня вот такая вот папочка для дополнительных. В течение учебного года я ходила на дополнительные занятия по биологии, они были с нашей учительницей по биологии. 3 последних занятия, 2 у нас выпало под конец учебного года. 1 или 2 занятия я пропустила, потому что надо было мне умудриться перед майскими каникулами, идя в школу, вообще только выйдя из дома, упасть и рассечь себе коленку до такой степени, что несколько дней просто не могла нормально ходить. Не суть важной, короче, пропустила 1-2 занятия самостоятельные, поэтому дальше я буду изучать биологию сама. Я перешла в 11 класс, и как бы я сдаю биологию. Возможно, буду сдавать химию, поэтому у меня очень много предметов, которые мне надо будет подтянуть за эти 3, считай, уже месяца. Вот. У меня такая папка. Папка в папке. Здесь у меня тетрадка с моими конспектами. Оп. Вот такая вот тетрадка с бультерьерами. И у меня она исписана только... Сейчас. Она нормально исписана, просто я уже не помню, где она у меня последняя запись была. Ну, считаю, вот столько у меня исписано. И последняя тема, на которой мы остановились, это были черви. Вот. И она была аж в апреле. Здесь у меня всякие памятки, схемки. Вот тут разные схемки какие-то опечатала сама, какие-то нам давала учительница. Ну, короче, надо пройти тесты по тем темам, которые я уже прошла здесь, которые были в самом начале. А это ботаника. Я ненавижу генетику, я ненавижу ботанику.
Надо их полюбить. Если я их не полюблю, я как бы я их не пойму, если я их не полюблю, да? Поэтому я, наверное, сейчас пойду заниматься биологией, потому что делать мне пока что нечего. Дома я сейчас одна. Пока что тоже. Должна скоро мама с бабушкой приехать. Вот, поэтому... Не знаю. Скорее всего, больше ничего не буду снимать, потому что нечего, и гулять, скорее всего, сегодня уже не пойду, поэтому вот такой вот влог у нас получился. Я опять снимаю влог только до обеда, считай, да. Вот, поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, в дальнейшем видео будет намного интереснее, я буду намного больше снимать каких-то разговорных видео, поменьше музыки, поменьше голоса в записи, а говорить... Просто на видео сразу, а не записывать его отдельно. Вот, так что всем пока. Постараюсь снять влог еще завтра, послезавтра. А выходные я, наверное, не буду снимать. Потому что я, наверное, в субботу-воскресенье буду занята какими-нибудь делами, которые будут не особо интересны, или буду куда-то уезжать. Если что-то будет интересно, я, естественно, сниму. Если не будет, я не буду снимать. Логика Сони. Всем пока!